Бисмиллахи ррахмани ррахим. Михрубан хам мухаббат ясы булган. Аллах исмы билан. Ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вакиллиге хам Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасының бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ул сезләрнең өйләргезгә ям, ашларыгызга дәм, йөрәкләрегезгә илһам насип әйләсен. Бүген сезләрне көндәлек мәшәкатьләрегездән айырган бер программа тәкъдим итәбез. Әйе, һәр халыкның үзенә генә хас әдәбияты, мәдәнияте, сәнгате була. Халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән һәм бөтен Россия халыкларын үзенә гашык иткән бәйрәмнәребезнең берсе ул Сабан туй. Халкыбызның дәртен, куәтен айдан йолдызларга күтәргән Сабан туй бәйрәме. Олуг ватаныбыз Русияның йөзләгән, меңнәгән авылларында, шәһәрләрендә үтте. Әйе, нәкъ милләт атабыз Минтимер Шәймиев әйткәнчә, халкыбызның иң отышлы һәм мәдәниәткә ирештергән, милләтнең иң сөйеп һәм яратып, куанып, юанышлар ишендә үткәргән бәйрәмнәренең берсе һәм иң отышлы бәйрәмнәребездән булган Сабан туй. Ул әле дә күп төбәкләрдә дәвам итә. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Мордовия төбәгендә үткәрелгән гомум Русия авыл Сабан туеннан видео сюжет тәкъдим итәбез. Уникенче Бөтенроссия авыл Сабан туе быел Мордовия республикасында узды. Төбәк тарихында бу иң масштаблы татар бәйрәме дигәргә буладыр. Эх, алма ашылары, сайрый сандугачлар, сайрый, 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 сарынара башлана. Ике көн дәвамында бәйрәм чаралары Ләмбәрә районының милләттәшләребез күпләп яшәгән Ләмбәрә һәм Аксюн авылларында барды. Аксюн авылы Мордовия республикасының баш каласы Саранскидан төньяк-көнбатышка таба 10 километр ераклыкта урнашкан. Уже не первый год проводится в Мордовии, и для нас это важное событие, потому что в Мордовии также проживают татары издревле, наряду с русскими и с мордовским народом, и поэтому у нас здесь представлены и муниципальные районы, то есть все самое лучшее, что есть и о мордовской, и о татарской культуре, мы представили на этом празднике. Мордовия республикасында 109 милләт вәкиле гомер итә. Биредә яшәүче татарлар исә милләтпәрвәрлеге белән аерылып тора. Милләттәшләребез күпләп төпләнеп яшәгән авылларның мәктәпләрендә татар теле укытыла. Гомумән алганда, төбәкнең 16 мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре керә. Мордовия татарлары туган телләрен саклый, балаларга татар исемнәрен бирергә тырыша. Мордваларга килгәндә, алар мукшы, шукшы, эрзя төркемнәренә бүленә. Мы представляем архив Республики Мордовия. Нам часто приходилось общаться с Башкортостаном, с коллегами. И, например, нас с Башкортостаном связывают такие личности, как, например, герой Советского Союза Антошкин. И мы, например, когда готовили какие-то экспозиции, то обращались к нашим коллегам из Башкортостана. Они всегда готовы были помочь. И также, например, коллеги сейчас также готовят экспозицию по национальным республикам. И планируют объехать в Башкортостане те национальные населенные пункты. Они также, например, обращались к нам, чтобы мы им подготовили информацию о Мордовии. И мы им также дали ценные сведения, например, о Макаре Евсевиче Евсевьеве, который изучал мордву, в том числе и в Башкортостане, и мордва, которая и в Уфимской губернии проживала. И поэтому, то есть, действительно, Мордовия и Башкирия связывают
давние традиции, и это очень хорошие, приветливые люди. Тіп майданға баратырған елда Мордовияның бүтін районларынан көргәзімі палаткалары тізілген. Береді әмелі резық, қол үшленмәләрі, республикада жетіштірілген продукция түрлі үстіханалар тағдым етілді. Тілеген хәр кім кәрзин, яки шабата өрерге, итек басарға, ұйық байларға, һәм бошқа түрлі қол үшлер білен яқыннан танышы алды. Бәйрәмді шулайық ауыл хужалығы техникасы, ретро автомобиллер көргәзмәләрі эшләді. Татарстан утарында қонақларына Кукмара районы делегациясы қабыл итті. Сабантуйға елебізнің түрлі түбәгіннен татар делегациялары жиылды. Олар арасында Башқұртстан татарлары да бар еді. Ошу тантанасы һәм зур концерт Сабантуйның үзәк майданында узды. Төп сәхнә янына җыелган тамашачылар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итү тарихын чагылдырган театральләштерелгән тамаша кылды. Бәйрәм турын шулай ук Мордовияда туып үскән бөек татар эшлеклеләре, шагыйрьләр, язучылар, хәрби җитәкчеләр, спортчылар исемнәре: Хади Такташ, Шәриф Камал, Габдрахман Абсәләмов, Шамил Тарпищев, адмирал Федор Ушаков алды. Сесил! Крепи! Байро! Бали! Бейрам тамашасы Мордва мәдәниятен чагылдыруга күчте. Татар һәм Мордва биюшләре уртак бию башкарды. Сабантуй бәйрәмен әлбәттә милли спорт уеннарыннан башка күз алдына китереп булмый. Биредә кул көрәштерү, гер күтәрү, аркан тартышы кебек традицион ярышларның барысы да булды. Көрәш бәйгесендә Россиянең 25 регионыннан 8 үлчәү категориясендә 100-гә якын батыр көч сынашты. Мордовияда үткән Бөтенроссия авыл сабантуенда милли көрәш буенча Татарстан спортчысы, титуллы көрәшче Раил Нургалиев җиңүче булды. Гер күтәрү буенча чемпионнар рәтендә Башкортстаннан килгән якташыбыз 71 яшьлек Әмир Дәүләтшин. Әмир Захретдин улы лаеклы елда булуга карамастан һәрвакыт актив тормыш алып бара. Узак еллар спорт белән шөгыльләнүенә тугры кала. Тантана милли бәйрәмнең төп символы. Тулпар атны Әстерхан өлкәсе губернатор администрациясы җитәкчесе Павел Паутовка тапшыру белән тәмамланды. Киләсе елда 13-нче Бөтенроссия авыл сабантуе Каспий диңгез ярларында урнашкан Әстерхан өлкәсендә узачак. Хөрмәтле тамашачылар, үзегезгә мәгълүм. Бу ел Россия мусульманнарының һәм җир йөзендә яшәгән күп мусульман дәүләтләренең куаныч һәм юанычларының берсе. Ул Болгар дәүләтендә моннан 1100 ел элек ислам динен рәсми кабул итү датасы иде. Әйе, Идел, Урал буенда яшәүче халыкларның исламны рәсми кабул итүенә 1100 ел. Бу җәһәттән кешелек дөньясының раббани кояшы булган ислам динебез хакында Уфа баш калабызның кунагы, инде моннан 15 ел элек булган архив язмаларыбыз, тасмаларыбызны тәкъдим итәбез. Бүген сезнең каршыгызда шөһрәтле Галима
Иман Валерия Михаил Кызы Порыхова үзенең исламга хакыйкый карашын тәкъдим итәчәк. Существует в мире вера и неверие. Все, больше ничего не существует. Существует вера и неверие. Если вы веруете в Бога единого, и говорите, я верую в Бога единого, то вы считаетесь мусульманином. Это очень любопытно. Это любопытно. Почему? Объясняю. Потому что все религии – это структуры веры. Это структуры веры. Это структуры, построены на вере в Бога. Что такое структура и зачем она была создана? Структура создана для того, чтобы верой в Бога можно было манипулировать. Что такое манипуляция? Вот вы понимаете, если вы верите в Бога, стараетесь не грешить и так далее, вот вы говорите, я верую в Бога, я стараюсь не грешить, но вот у меня так получается. Вот один раз согрешила, второй раз согрешила, третий раз согрешила и так далее. Именно структура веры может вас очистить от этого греха. Вера в Бога от греха вас не очищает, если вы не обращаетесь к структуре. Человек был слабым, сотворен слабым. Вот Всевышний мне говорит, вот сотворен был слабым человек, поэтому он может согрешить. Единственный выход из греха, это совершение таубы, покаяние. Вот ты, никто тебе не снимет грех, потому что вы когда приходите в любую религиозную структуру, то вы не знаете, кто вас исповедует, чище ли этот человек, такая ли он, у него высокая культура духа, как у вас, есть ли у него понятие чести на том генетическом уровне, на котором вы владеете понятием чести, ну и так далее, и так далее. Потому что, особенно после революции, у нас во многие структуры веры пришли люди, откровенно говоря, непонятно. Поэтому, в общем-то, единственное у вас, что существует, снять с себя грех, это обратиться к Всевышнему напрямую через Тауру, покаяние. Вот структура веры существует и построена для того, чтобы вот этой верой манипулировать. Вот смотрите, я живу с понедельника до воскресенья по своим греховным мотивом. Почему? Потому как я знаю, что я в воскресенье приду к структуре веры, исповедуюсь, причащусь и оттуда выйду ангелом. Вот что такое структура веры, которая априори на уровне подкорки вас подготавливает к тому, что вы в конце концов прискинете этот грех, но где проблема? Вот что такое структура веры. Поэтому существует одна единственная религия, которая исповедует единственный параметр. Этот параметр – вера в Бога и соблюдение Его запрета на поведенной стороне. Вот и все, это одна религия. Структуры веры строились всегда на имени посланника, который их приносил. Мы знаем прекрасно Зороастра, да, Заратуштра пришел, правильно его зовут Заратуштра. Заратуштра принес Авесту, и была построена религия зороастризм. Пришел Муса, принес действительно Господь Писание на скрижалях, и сделали его иудаизмом, это колено Иуды. А Иуда был высочайшим книжником в иудейской среде, назвали иудаизм. Пришел Иса, принес Евангелие, назвали Христос, от имени Христа христианство, назвали буддизм, назвали кришнаизм. То есть по имени явителей были названы структуры, по имени явителей. Единственная религия, единственная, которая не создала структуру, и чьи высочайший параметр заключается только в вере в Бога единого и абсолютного соблюдения запрета заветной стороны, это ислам. Почему? Она даже не названа по имени Явителя. Она названа ислам. Саляма. Эти три согласные обозначают, когда вы открываете словарь, мир, безопасность, спокойствие. Еще лучше французы пишут, вплоть до хорошего вкуса. Чистота намерений. Вы понимаете, когда вы читаете ислам, толковый словарь на французском, на английском, это какой-то
Это такое лучезарное вот толкование вот этого слова. Это именно Господня религия. Вот, одним словом, Господня религия. И параметр оценки, параметр ее принятия, это принятие абсолютного, неограниченного единобожия и заветно-запретной стороны. Все. Поэтому я абсолютно убеждена в победе одной единственной Господней религии без разрушения структуры обязательно себя изживут, как нечто вторичное, как нечто априори заданное. Вот. И останется одна единственная, мне кажется, что весь мир будет судиться только по одному параметру. Верующий ты или неверующий. И в этой связи здесь пишет мне человек потрясающую записку. Он говорит, что я принял ислам поздно, и смогу ли я скомпенсировать все вот, до моего предстания на суд. Не только, то есть если у вас есть неделя, то вы уже все можете скомпенсировать, потому что Аллах Всевышний нам об этом говорит, что если даже вот за какое-то время, то вы сказали, ля илляллах Мухаммад расул, то есть вы наконец, аль-хамдулили созрели, аль-хамдулили поумнели и сказали, что это так, то вы будете прощены Всевышним. Это очень важный момент. Поэтому не бойтесь. Сейчас вот глядите заветно-запретную сторону, и все-таки я все призываю. Если вы хотите называть себя мусульманом, пожалуйста, читайте Коран. Нельзя называть себя мусульманом, не читая Писание. Это абсурд. Это просто абсурд. Вы где-то просчитались. Вы понимаете? Когда человек христианин, с ним легче всего можно разговаривать. Я разговаривала с патриархом, я русист, мне было с ним исключительно комфортно, потому что он был верующий, и он понимал, куда я гну палку. Когда я разговаривала с раввином, с главным раввином страны, да, он тоже, мне тоже было легче всего его понять, и мы расстались очень близкими друзьями, хотя мне, во мне нет ни одной капли от избранного народа, но мы расстались с ним как очень глубоко большие друзья, потому что он знает, что я верую в Бога единого и в блюду завета, я знаю, что он такой же. И патриарх, и раввин. Вы понимаете, здесь вопрос идет о том, что из себя представляет человек. Если он понимает, о чем говорит, легче всего любого христианина убедить открытием Библии. Да откройте вы Библию, где Иисус говорит: Господу Богу поклоняйся, и можно ему служить. И учителем себе никого не называть. Твой учитель Иисус. Наставником себе никого не называть. Твой наставник Иисус. Это Евангелие от Матфея. И если вы своей любимой женщине говорите: солнышко, ты посмотри, он оказывается учитель и наставник. И он призывает тебя служить Богу единому, тому, кто на небе. Так и написано в Евангелии. Это значит, он мусульманин. И Коран так и пишет, что и Иса, и Муса, и Ибрагим, и Якуб, и Исхак, они были все мусульманами, они поклонялись одному Богу. И только одному из них, одному единственному, был даст завет построить дом имени моему. Это Ибрагиму, Аврааму. И что построил Ибрагим? Кабу. Ну это по Библии. То есть по Библии единственный пророк, который получил заповеданную часть построения храма имени моему, то есть Господу, был Ибрагим, и он построил Каабу. Все. Хурматлы ва гыззатлы тамашачылар. Мәгълүм булуынча, бөтен елғаларының юнәлеше диңгізге таба болған кебек, бөтен дин конфессияларының да мақсатлары бірдір. Бүгін сізлерге ислам дині хақында, һәм сүйікті пайғамбарымыз кішілік дүниесінің тажы болған пайғамбарымыздың фазилеті хақында шөһретлі ғалима, инде ахирет әхлі Иман Валерия Михайл қызы Порохова болды. Бүгінгі программамыз шыныңлан тамам. Иқтибарыңыз үшін зор рахмет. Бик яқында тағы да көрішулер тағдыр әйлесін.